Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Битва эрудитов». Мы снова на канале Евразион ТВ. За время выхода в эфир юбилейного пятого сезона многое изменилось. Программа «Битва эрудитов» стала лауреатом всероссийского конкурса «Университи-2015» в номинации «Лучшая развлекательная программа». Многое изменилось и в наших командах. Какие-то команды прекратили свое существование, повзрослели, перешли на другие места работы, которые не позволяют им принимать участие в съемках нашей битвы. Кто-то перетусовал составы. В частности, полностью изменилась уже легендарная, лучшая за все 5 лет существования нашей программы команда сборной Тюменского госуниверситета. И сегодня мы встречаем новую сборную Тюмгу в первом отборочном бою. Компанию им составит команда общественной организации «Украинцы Тюменской области». Ну и третья команда, которая сегодня вступит в борьбу за звание лучшей команды на битве эрудитов, титулованнейшая команда, которая в этот раз представляет новый бренд. У них не сезона без нового бренда. В этот раз это новый тюменский сайт Top Tuman. Команда Top Tuman. И именно в этой команде против, так сказать, своих бывших товарищей сыграет Майя Левина. Святослав ее в свою команду утянул. К чему это приведет, посмотрим. Поговорим, как так вышло. Вот и Феликс Коваленко сидит. Магистр битвы эрудитов, первый магистр. Он тоже играет за Top Tuman. Начинаем. Правила, собственно, не изменились. Полуоткрытый раунд, закрытый раунд, полуоткрытый раунд, специальный раунд. Команд есть протесты, у команд есть аукционы один раз за игру. И давайте темы открытого раунда. У нас выберут новички. Команда украинцев Тюменской области, капитан Никита Амельченко. Никит, возьми микрофон, пожалуйста. Привет. Привет. Вообще надо говорить, конечно, здравствуйте, господин ведущий. Здравствуйте, господин ведущий. Ну, пусть будет привет. Ладно. Давай выберем цвет карточки. Выберем желтый. Желтый. Логично. Так. У меня вот тут сверху лежат две карточки желтого цвета. Левая рука или правая? Правая рука. Моя правая рука. Вот она. Темы открытого раунда. 1000 чертей. Боевые искусства и вымышленные существа. Совещайтесь. А пока команды совещаются, представляю сначала нашего эксперта. Сегодня за порядком нашей программы, за тем, чтобы ведущий не был излишне мягок или жесток, следит наш старый знакомый, член общественного совета города Тюмени, кандидат философских наук, член Российского философского общества Андрей Васильевич Шуклин. Здравствуй, Андрей Васильевич. И составы играющих команд. За красным столом новая сборная Тюмгу во главе со старым капитаном. Капитан Вадим Медведев. Ну, капитаном не Тюмгу, конечно, других команд, но все-таки в этот раз за Тюмгу. Первый номер — Георгий Малыгин. И второй номер — Александр Степанов. За синим столом монстры из Top Tuman. Капитан, чемпион третьей битвы — Святослав Косович. Первый номер — обладательница звания игрока команды лучшей за все 5 лет существования битвы эрудитов — Майя Левина. И второй номер — чемпион третьей битвы эрудитов, обладатель звания лучшего игрока за все 5 лет существования нашей программы — Феликс Коваленко. И вот с этими монстрюками сегодня предстоит бороться украинцам. Ну, украинцам бороться не привыкать. Первый номер — капитан украинцев Никита Мельченко. Первый номер — Алексей Подбудский.
И номер второй — Антон Мельник. Я жду игровых столов первых участников команд. Ваша первая тема — «Тысяча чертей». Прошу. Святослав Косович, Алексей Подбудский, Георгий Малыгин. Вот эти ребята начнут разыгрывать первые вопросы шестой битвы эрудитов. Сразу начнем игру. «Тысяча чертей». Вопрос за 10 очков. Одним из самых привлекательных экспонатов алмазного фонда является этот самородок необычной формы, найденный в 1944 году на Колыме. К счастью, погибнуть за него никому не пришлось. Как известно нам из куплетов Мефистофеля, люди гибнут за металл. Называется этот алмаз Мефистофель. Вопрос за 20. Кроме кузнеца Вакулы, ездить на черте доводилось еще и этому гоголевскому персонажу. У кого был, подскажу, конь, черт? Гоголевский персонаж. Да, нормально начали, Тарас Бульба это. Поздно. За 30. По одной из версий, это прозвище придумали постоянно подгоняемые рабочие, не укладывающиеся в сроки при подготовке Всемирной Колумбовской выставки в Чикаго. Тихо в зале. Чёртово колесо, они придумали название. Вопрос за 40. Вопрос за 40, тема «Тысяча чертей». Музей чертей в Каунасе получил злющего, худого черта в подарок из этого города. Злющего и худого. Он мало ел, этот черт, видимо. Голодал почему-то. Какой город? Ленинград. Из блокадного Ленинграда. Фантастически. Пока по нулям. За 50. В рассказе «Черт на колокольне» Эдгар По высмеивает этого восьмого президента США и его избирательную кампанию. Этого президента США с голландской фамилией, подскажу. Или бельгийской, скорее с голландской. Георгий. Мартин Ван Бюрен. Мартин Ван Бюрен, размочили ТГУ. Плюс 50. Да. Завершена первая тема открытого раунда. 50. Сборная Тюменского государственного университета. Украинцы Тюменской области и ТОП Тюмен пока по нулям. Первая тема оказалась не так проста. Давайте я расскажу, от кого вопросы у нас на шестой битве эрудитов. Вопросы на шестую битву эрудитов представили члены Тульского клуба знатоков, и в частности Алексей Морозов. И члены Мурманского клуба знатоков, и в частности, огромное ему за это спасибо, Генрих Генрихович Остапкович. Ваша вторая тема — боевые искусства. Никита Амельченко, Феликс Коваленко, Вадим Медведев. Тема — боевые искусства. Ну, сейчас магистр нашей игры Феликс, я думаю, покажет, как нужно играть. Боевые искусства за 10. Борцовский прием, при котором шея соперника захватывается между подмышкой и предплечьем, получил такое название французского происхождения из-за схожести с принципом действия устройства. Вадим. Гильотина. Гильотина, верно. Плюс 10. Болеет за сборную Тюмгу в зале Глеб Шишкин. Очень скоро Глеб тоже вступит в игру. Это будет через неделю во второй игре, но за новую команду. За какую? Подождем, узнаем. За 20. Боевые искусства. Одним из прародителей этого современного единоборства стал стиль борьбы моряков «Жё де Марсей» – «Марсельская игра». Да знаешь, Феликс, знаешь? Давай. Французский бокс «Сават». Французский бокс «Сават» – это верно. Плюс 20. Открылся ТОП Тюмен. За 30.
герой юмористического стихотворения Сергея Погорелова, написанного по мотивам Калевалы, изучает это единоборство. Он изучает это единоборство, подскажу, и заодно выковывает волшебную мельницу, которая называется Сампо. Вадим. Ну, пусть будет Самбо. И изучает Самбо, и выковывает Сампо. Верно, плюс 30 умгом. За 40. В Индонезии существует традиция, согласно которой новый ученик, пришедший изучать боевое искусство пенчак силат, дарит учителю кусок белой ткани, символизирующий это. Подскажу. Да, Феликс? Ну, допустим, погребальный саван. Блестящий, Феликс, наш магистр, плюс 40, это погребальный саван. На случай, чтобы было куда завернуть тело, если этот молодой талантливый парень случайно погибнет на тренировке. Боевые искусства за 50. Виталий Катченко рассказывает, что он зародился еще в 80-е, когда многие мастера были вынуждены залечь на дно. А сейчас он обеспечивает полное погружение в мир боевых искусств. Это рукопашный бой под водой, называемый акватлон. Спасибо. Поживее, поживее пошла игра. 90 тюмгу, 60 топ-тюмен. И украинцы 0 очков. Впереди третья тема. Вымышленные существа. Прошу. На вымышленные существа. Антон Мельник, Майя Левина, Александр Степанов занимают места за игровыми пультами. Вымышленные существа за 10. В повести понедельник начинается в субботу. Они выполняют функции швейцаров. Майя. Это демоны Максвелла. Демоны Максвелла. Классика, конечно. Плюс 10. Они там открывают и закрывают двери института. За 20. Вымышленные существа. 1 апреля 2010 года его изображение разместили на сайте Следственного комитета Архангельской области. Только 6 апреля сотрудники узнали об этом от принявших его за свинью журналистов и пообещали принять меры. Майя. Это слоупок. Это слоупок, верно, плюс 20. За 30. Некоторые переводчики предлагали слово «змерь», но более известным осталось это оригинальное название. Змерь расшифровывалась бы как «змея плюс зверь», получался «змерь». А оригинальное название расшифровывалось как «змея и акула», «snake плюс shark», «snark» – правильный ответ. За 40. Можно сказать, что Шрам, дядя Симбы, в другом диснеевском мультфильме исполнил эту мифологическую роль. Нет ответа. В мультфильме «Геркулес» диснеевские мультипликаторы сделали так называемое пасхальное яйцо. Шкура немейского льва вместе с мордой и характерным шрамом была сделана в виде шкуры шрама из короля льва. Шкура немейского льва. Правильный ответ. И за 50 очков. В представлениях древних греков эта гигантская двухголовая змея, вторая голова которой находилась на хвосте, могла, сцепившись пастями, катиться как колесо, куда пожелает, откуда и название. Название переводится из греческого как «в обе стороны». Ну да, если мы должны вспомнить, что как называется человек, который одновременно хорошо пишет и левой рукой, и правой рукой, он называется амбидекстер. А вот эта змея называлась амфисбена. Амфисбена. Вот. Спасибо. Ну, всего, это за 50, Вадим Медведев. Завершен открытый раунд. Ноль у украинцев, ни одного нажатия пока. И по 90 очков Топ Тьюман и Тюнгон.
мы начинаем закрытый раунд, но перед тем, как мы его начнем, у нас традиционное интервью с экспертом, кандидатом философских наук, членом общественного совета города Тюмени, членом Российского философского общества и моим другом Андреем Васильевичем Шуклиным. Андрей, привет! Привет, Андрей. У тебя сегодня очень важная роль. Тебе приходится открывать наши игры в качестве эксперта. Волнуешься? Ну, конечно, в принципе, момент такой ответственный. К тому же команды сильные собрались, и вопросы были непростые, особенно про чертей, вот мне понравилось. Особенно вот, 8-й президент Соединенных Штатов долго сидел, вспоминал. Ну, с голландской фамилией он такой один. Да, хотя я черта на колокольне читал, там был еще город Шкойко-Фремен, в принципе. Где? В рассказе от Эдгара По. А-а. Ну, Андрей Васильевич, у нас человек начитанный, я вот, к сожалению, Эдгара По не читал вот именно эту вещь. Андрей Васильевич, за кого болеешь? Я болею за Топ-Тюмень. Ну, я надеюсь, что они и пишут в Топ-Тюмень. Ну, пишут. Да, кстати, интересно. Топ-Тюмень вообще интересная команда, мы сейчас с ними поговорим. Они каждый сезон меняют бренды. То есть Святослав Косович и Феликс Коваленко играли в 5 сезонах нашей битвы под каждый раз под новыми брендами. Сейчас 6 сезон и снова новый бренд. На самом деле это интересно. Вот в этот раз они в красном, они то в белом, то в оранжевом. Да, это как футбольный легионер, в принципе. То есть он меняет клубы, команды. То есть ТГУ они, естественно, через там сколько, 2-3 года выпустятся, перестанут вот, быть. Майя выпустилась, сейчас. Да, да. Украинцы вообще вот, в белорусских пришли в узорах. Дипломатический скандал. Ну, это вот, а в Топ-Тюмени, я думаю, будет. А у Топ-Тюмени есть значки чемпионские. Наш эксперт Андрей Шуклин. Ну и давайте темы на закрытый раунд у нас выберет Топ-Тюмень. Раз уж мы о них так говорили, и за них болеет наш эксперт. Хотя я надеюсь, что он будет беспристрастен, я уверен в этом. Нет, Святослав, по старой доброй русской традиции, я вам-то слово выбирать никогда не разрешал, если помните, из прошлых игр. А вот Майю-то я нежно люблю. Пусть выберет Майя. Май, привет. Здравствуйте, господин ведущий. Давай, выбирай. Давайте красненькие. Так, вот вижу одну красненькую, вот вижу вторую красненькую. У нас же демократия, то есть даже мало выбрать цвет, нужно выбрать еще и руку. Давай. Ваша левая. Вот это. Правую вкладываем на игровой стол, нам пригодится. Первая тема закрытого раунда известна, я вам ее не скажу. Тема объявляется только тогда, когда игроки займут места за своими игровыми столами. Стоимость вопросов возрастает от 20 до 100 очков. Ведущий пока не беспределит, протестов не было. Да и... аукционы еще тоже не ставили, еще не пришло время. Очков набранных мало. Никита Амельченко от украинцев. Александр Степанов от Тюмгу. Ха, магистр Коваленко от Топ-Тюман. Никит, ну у нас традиционное интервью. Давай начнем с вас. Здорово, что собрались. Расскажите о вашей организации, о вашей команде. Ну, наша общественная организация направлена на то, чтобы сохранить самобытность украинской культуры и украинского языка в многонациональной Тюменской области. И в качестве небольшого презента общественная организация украинцев Тюменской области вам вручает Аркадий Александрович Либерман благодарственное письмо за развитие интеллектуальных игр среди молодежи. Ну, наконец-то оценили. Вот так развиваю 10 лет, развиваю. Наконец, очень приятно. Спасибо, спасибо. Да, не врет среди молодежи, к тому же. Так приятно. Но им это не поможет. И вообще, Никит, пора бы жать. Спасибо большое за благодарственное письмо. Повешу у себя над кроватью. Давайте играть. Феликс, Феликс, давай. Ну что, ваша легендарная команда, ты у нас легендарный игрок, у тебя два значка, красный и золотой, чемпионский третьей битвы и магистерский лучшего игрока тебя выбрали в конце 5-го сезона. А играть чуть слабо. Что произошло с командой? Что произошло с капитаном Косовичем? Ноль нажатий за первую тему, как думаешь? Не знаю, видимо, шапка Мономаха вещь тяжелая, дышать полной грудью не дает. Как-то так. Понятно. А тебе два значка дают дышать полной левой грудью, а не у тебя на левой груди? Ну, польстили, польстили. Вот на самом деле очень понравились вопросы первого тура. Это были конкретно, это были тульские вопросы. Давайте ребятам из Тулы поаплодируем. Тульский еще не задавал. Вот, ну а что будет дальше? Поживем, увидим. Феликс Коваленко, магистр нашей игры, команда «Топ-Тюмен». Александр, на вас, это Александр Степанов, сборная Тюмгу, на вас большая ответственность. Команда Тюмгу,
ну, в чем-то хозяева нашего, нашей программы. Потому что мы снимаем наш проект на базе телеканала Евразиум ТВ, телеканала Тюменского государственного университета. Всегда команда ТюмГУ уставляла сильные команды. И в этот раз их будет три. У вас первая команда, первый состав. Ушли Роман Рзаев, Ксения Иванова. Они не принимают участие в нашей программе, по крайней мере, в этом сезоне. Майя Левина принимает участие, но прямо против вас вот сейчас. А вам нужно отстаивать звание, потому что все-таки команда ТюмГУ – это лучшая команда за все 5 лет существования нашей программы. Ответственность не давит? Ну так не особо. Не особо. Ну вы уже играли же у нас, по-моему. Битвы эрудитов нет, первый раз. А, вы единственный из вашей команды, кто битвы эрудитов играет в первый раз. Выходит, что так. Ну тогда вам тема ванны. Ванны. Ванны за 20 очков. Свое наиболее известное открытие этот древний грек совершил, принимая ванну. Размялись, Александр Степанов выиграл кнопку. Архимед. Архимед, конечно, плюс 20. За 40 очков парижский Гревен, приобретший ванну, в которой был убит Жан-Поль Марат, является именно таким учреждением. Вот где-то приобрели ванну, чтобы где-то воспроизвести сцену убийства Марата. Где, Феликс, за 40? Ну, допустим, музей Мадам Тюссо, музей восковых фигур. Вот я думаю, сейчас Феликс скажет музей. Скажет музей, я скажу, а, нет, ошибся, магистр, минус 40 очков. Но он понял суть вопроса. Именно в музее восковых фигур 40 топ Тимону. Браво! За 60 очков в романе Генри Олди он и в Аиде остался голым. Только что из ванной с рассеченной до ключицы шеей. Какой-то герой мифа вышел из ванной, и его сразу хлоп. И нахлобучили. До смерти нахлобучили, я бы сказал. Жена нахлобучила с любовником. Как только он из-под Трои вернулся, это Агамемнон. Агамемнон. За 80 очков Альфред Хичкок был завален письмами от врачей, которые критиковали сцену убийства в ванной из фильма «Психо» и советовали использовать именно ее. В следующих фильмах Хичкок неизменно следовал этому совету. Здесь давайте подскажу фирменным либерманизмом, их еще не было. Споем такую песенку, может, на вас на правильный ответ... А, не надо Феликсу песенок, да? Ну, пусть будет душевая кабина. Минус 80, Феликс. Спою песенку для остальных, для Никиты и для Саши. Знаете, такая? Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою. Знаете такую песенку? Нет. Да, больше подсказывать не буду. Это Беладонна. Беладонна. А песня из мультфильма «Приключения поросенка Фунтика». Там тоже была Беладонна. Не помогло. За 100 очков ванны в известном со времен Римской империи бассейне Клеопатры можно принимать такие лечебные процедуры. Скажу больше, ванны из этого благородного газа. Из какого? Феликс? Пусть будет радон. Ну что с магистром сделаешь? Радон! Радонная ванна плюс 100! Браво, Феликс! Браво! Косович доволен, доволен, энергичен Косович. После первой темы закрытого раунда украинцы по-прежнему ни одного нажатия. Ну, может быть, вот сейчас, вот я надеюсь, у них ноль. У ТюмГУ 110, лидируя Топ Тюман 150, магистр вывел их на первое место. Ну, пришло время исправлять ситуацию. Прошу, второй участник команд. Алексей Подбудский, Святослав Косович и Вадим Медведев на вторую тему закрытого раунда. Алексей, за благодарственное письмо, оно, конечно, спасибо. Но лучшей наградой для меня была бы ваша игра. Хотя бы пол нажатия бы на кнопку. Что происходит? Неужели вы не готовились? Ну, возможно, какое-то волнение какое-то. Ну, у вас серьезный соперник, я не спорю, но хотя бы пытаться жать надо, хотя бы руку дергать, чтобы потом сказать, да я кнопку проиграл, вот так. Хорошо, да, ведущий на своей игре. Слав, я вам так скажу, вы пока самое слабое звено вашей команды. Корона жмет, да. Ну, корона не рога, пусть жмет. Святослав Косович. И Вадик. Да. Ты у нас возглавил сборную ТюмГУ, я уже вот Сашу Степанова пытал, каково это быть после великих.
Какие задачи перед собой ставит новая обновленная сборная Тюменского госуниверситета? Ну, конечно же, победа. Или хотя бы участие в финале. Ну, это задача минимум, так сказать. Да, я думаю, да, но уже победы бы надо, потому что Майя Левина, Ксения Иванова и Рома Рзаев, они собрали все возможные награды. Кроме именно вот что победы в битве эрудитов. Такого звания у них пока нет. Надеюсь, новой сборной это удастся. Мы постараемся. Как вы собрали свою команду? Кто это сейчас? Раньше мы помним, вот Майя, Ксюша и Рома, они были в сборной Института государства и права. Это было три блестящих юриста. Вы кто? Персонально? Да. Ну уж, капитан, держи ответ за команду, Вадик. Во-первых, я президент интеллектуального клуба ТюмГУ. Во-вторых... Гладко выбритый президент. Да. Нет, не очень гладко. Во-вторых, это Александр Степанов. Знаток со стажем. Ученик Института государства и права. Студент. Ну, студент, конечно. Так. И Георгий Малугин. Студент ФТИ. Расшифруйте. Понимаете, вот мне-то, выпускнику Института истории и политических наук, с трудом даже не удается расшифровать ФТИ. Она смотрит все-таки в 20 странах мира, в 20, благодаря сервису YouTube. Вот они точно не знают, что такое ФТИ. Что это? Физико-технический институт. Физико-технический институт. То есть у вас в этот раз разные профессии собраны. Ну что ж. Ну, хватит, да. Поговорили, это Вадим Медведев, новая сборная ТюмГУ, ее капитан, наш старый знакомый. В разных командах он капитанил. Сейчас за ТюмГУ взялся. Посмотрим, как получится. Ваша тема называется «И зеленый». «И зеленый». За 20 очков. Это и гриб из семейства рядовковых, и птица из семейства вьюрковых. Нет ответа. Ну, вот гриб есть, допустим, вот волнушка, да? Тут по аналогии зеленушка. Зеленушка. За 40. В песне Леонида Филатова и Владимира Качана «По мосту идет оранжевый кот, а над Москвой встает он». Это фальстарт. Это фальстарт, допускает команда Top Human. Нажали раньше сигнала, отвечать не могут. Сигнал. Оранжевый кот, а над Москвой встает. Что обычно встает? Вот, давайте, стоп. Алексей. Отлично, Алексей нажимает. Алексей, ну это песня. Тут наверняка есть рифма, правда? Что обычно может вставать? Восход. А тема у нас какая? И зеленый. Так, и ваш ответ? Зеленый восход. Зеленый восход, я что-то не уверен, плюс 40 верно. Вспоминается мне сезон, где был ответ «Королевская кобра». Тогда, уважаемые телезрители, очень много из эфира было вырезано. Сейчас мы не вырежем из эфира ничего. В принципе... Алексей Подбудский, команда «Украинцы» Тюменской области, ответил сам правильно. Они открылись, плюс 40. За 60 очков. Помощника этого героя в сериале 1967 года сыграл Брюс Ли. Этого героя, Косович. Зеленый шершень? Да, 60, верно. Это зеленый шершень. За 80. Первый открытый пульсар получил название LGM-1. Название расшифровывалось именно так, поскольку исследователи сначала предположили, что строго периодические импульсы радиоизлучения имеют искусственное происхождение. LGM-1. Тема зеленая. Little Green Man. Маленькие зеленые человечки. За 100 очков. В этом романе Фрица Лейбера сюжет крутится вокруг зеленого кота по кличке Счастливчик. Тема и зеленый, зеленый кот, название тоже зеленое. Это зеленое тысячелетие. Спасибо. Открылись после второй темы закрытого раунда. Украинцы открылись, у них 40 очков. У ТюмГУ 110. Лидирует Top Human, 210 очков. А я приглашаю третьих участников команд на заключительную тему закрытого раунда. Это Антон Мельник. Это Майя Левина и Георгий Малыгин. Антон, да? Ну что, наконец-то размочили. В принципе, они еще не так далеко ускакали, их еще можно догонять.
правильно, главное аукцион поставить, ответить на пару других вопросов. Вы готовы к этому? Всегда готов. Где обучаются ваши игроки? Вы студенты ведь, по-моему, тоже. Да, Тюменского государственного института культуры. Тюменский государственный институт культуры. Именно эта команда вступит в игру во второй программе, а их, видимо, второй состав, я уж не знаю, может, первый, он играет сегодня здесь. Все игроки команды украинцы Тюменской области, не знаю, все ли они украинцы, но игроки команды украинцы Тюменской области, все представляют Тюменский государственный институт культуры. Так, сейчас Георгий, моя, перескочу с тобой отдельно. Георгий, тот же вопрос, ответственность не давит. Ведь ты-то у нас играл, ты, по-моему, даже несколько раз подменял одного из основных игроков первой сборной Тюмени, правда? Да, действительно так и было. То есть ты в сборной, в каком сезоне это было? В третьем, по-моему, да? Или в четвертом? И в третьем, и в четвертом, по-моему. И в третьем, и в четвертом. То есть ты самый опытный в сборной Тюмени, можно сказать. Получается, что так. Ну и вы отстаете пока от топ-Тюмени, да? Ну, будем стараться, чтобы этого дальше не происходило. Георгий Малыгин, сборная Тюмени. Майя. Вот, скажи честно, тебе уже Вадим Медведев подготовил мешочек с 30 серебряными монетами? Чтобы выкупить меня обратно в команду или зачем? Я не в курсе. А, хорошо, задам вопрос по-другому. Скажи, когда ты прогуливалась с Косовичем в Дунькином саду в Тюмени, к тебе неожиданно подбегал Вадим Медведев, целовал тебя в лоб? Боже упаси. Понятно. Так, третий вопрос, Майя. Как так получилось, что ты играешь за команду своего молодого человека, Святослава Косовича? Вот так мой вопрос. Святослав сделал мне предложение, от которого я не смогла отказаться. Вот, вот. Майя Левина, в общем, топ-тюман. Люблю ее, не могу. И тема как раз для нее. Если была тема и зеленый, то сейчас тема какая? И красный. Нет, и зеленый, если. Попугай, ваша тема. За 20. Попугай является глаголом такого наклонения. Георгий. Повелительного. Повелительного, в погоне тюмгу, верно. За 40, если бы автор в итоге не выбрал другую говорящую птицу, то это слово произносил бы попугай. Выбрал другую птицу. Харр. А слово-то какое? Майя, давай. Никогда. Nevermore, никогда, верно? Речь о вороне Эдгара Аллана По. За 60. Майкл Пейлин рассказывал, что механик, ремонтировавший его автомобили, был не слишком честен и пытался уйти на обед вместо починки машины. Это частично послужило идеей для этого номера. Нет ответа. Это номер «Мертвый попугай». За 80 очков. Новозеландские фермеры, вероятно, преувеличивают их кровожадность, так как опасность обычно представляют лишь 1-2 попугая из всей стаи. 1-2 из всей стаи обычно представляют опасность. Это попугаи Киа. Киа. За 100 очков. Любимой фразой этого попугая из произведений Анже Сапковского была «Крвамать». И это фельдмаршал Дуб. Спасибо. Завершен закрытый раунд. 40 очков у украинцев, 130 у Тюменского госуниверситета, лидирует топ-тюман, 250 очков. Ну, впереди все самое вкусное, все самое дорогое. Полуоткрытый раунд, стоимость вопросов от 30 до 150 очков. И еще аукционы. У всех трех команд аукционы. Я напомню, что если команда не использует аукцион, то я им его задам. Самый дорогой вопрос в последней теме, да? Поэтому, ну подождите, подождите. Сначала Вадим Медведев микрофон возьмет и выберет карточку. И узнает тему. Давай, Вадик, цвет. Оранжевый. Оранжевый. Так.
Есть, как обычно, у меня тут две карточки оранжевого цвета на столике. Вот они. Левая, правая. Ваша левая рука. Моя... Так, еще раз. Левая, правая. Теперь правая рука. Еще раз. Левая, правая. Левая, левая. Хорошо. Моя левая рука. Ваша первая тема полуоткрытого раунда. Серый цвет и его оттенки. Кто-то спалится, как сейчас бы сказали. Георгий Малыгин на галерке говорит, что не очень-то разбирается в оттенках серого. Посмотрим, кто разбирается. Вот Антон Мельник разбирается, вижу. Еще кто? Дальше, быстрее, ребят, быстрее, 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 быстрее. Кто у нас еще разбирается в оттенках серого? Александр Степанов разбирается и Феликс Коваленко. Ну давайте, за 30 очков. Так Максим Галкин назвал танцевальный номер под песню «Я люблю тебя до слез». Люблю тебя до слез. Каждый час, как первый раз. Нет? Кто песню пел? 50 оттенков Серова он его назвал. Александр Серов пел эту песню. За 60. Эта героиня Людей X после своей гибели возродилась в облике темного феникса. Не темного феликса, а темного феникса. Ну, Люди X. Ну что? Ну, Саш. Феникс? Ну, минус 60, конечно. Минус 60 угол. Ну, Джина Грей. Джин Грей. За 90 очков. В 1800 году наполеоновские войска в битве около этого города разгромили австрийцев, в результате чего австрийской армии пришлось капитулировать из Италии. Ну, Наполеон считал свою эту победу своей самой любимой. Ее я устрелил, естественно. Маренга. Маренга, серый цвет. Цвет темной морской волны, это маренга. Курица, это маренга. Любимый конь Наполеона, это маренга. За 120 очков. Говоря об опасностях, вызванных им, иногда упоминают пленку из увлажненной пыли, снижающую коэффициент сцепления колеса с покрытием. Оттенки серого. Давай, Саш. Мокрый асфальт. Мокрый асфальт, сюда, сюда. Да, 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 да. Это мокрый асфальт за 150 очков. В интервью он называл себя повелителем муромских лесов из рода серых псов. Такой персонаж из интернета. От Глеб Шишкин знает, за голову хватается. Это Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан. Спасибо. А я предлагал другую карточку. А после... После первой темы полуоткрытого раунда, аукционы по-прежнему не использованы, у украинцев 40, у тюмгу 190, топ-тюман 250 очков. Ваша вторая тема американская. Американская. Алексей Подбудский. Георгий Малыгин и Майя, наверное, да? И Майя Левина. Алексей Подбудский, Георгий Малыгин, Майя Левина. А, первое, да, ну-ка, пока, так, зрительный зал. Украинцы, украинцы показывают аукцион. Аукцион! У вас 40, номинал 30. Но рекомендую вам сказать 40, потому что ва-банк можно перекупить только ва-банк. Ва-банк 40. У тюмгу 190, у них меньше, чем у топ-тюмана. Георгий, твое слово. Ва-банк. Ва-банк, тюмгу! Майя. Ва-банк. Ва-банк, топ-тюман. Ну что ж. Тема американская. Майя, вопрос для тебя. В 2011 году этот сериал получил премию Брэма Стокера в номинации «Первоклассные достижения в сценарии». Тема американская. Брэма Стокера? Да. Да. Может быть, это американская история ужасов? Браво! Они выиграли аукцион.
Это американская история ужасов, и у Топ Тьюмана стало 500, они отрываются. За 60 очков. История этой, основанной в 1850 году финансовой компании, началась с курьерской службы в городе Буффало. С курьерской службы. Компания. Георгий? American Express. Конечно, Георгий. Mm-hmm. Молодец. Плюс 30, это American Express. За 90. Один интернет-пользователь назвал этот роман 500-страничным списком брендов, названий магазинов и ресторанных блюд. Тема американская. Что это за роман? Казалось, либерманизм, знаете, казалось бы, при чем здесь Кристиан Бейл? Не, не легче? Ну да, давай, Алексей, давай. Американский психопат. 90 украинцам, браво! Это американский психопат. Вот, вот, пошли украинцы, лишь бы не поздно было. За 120. Помимо самой известной игры, названной в его же честь, этот геймдизайнер также создал игру, основанную на сказках братьев Гримм, и работал над проектом по мотивам страны Оз. Георгий! Сид Майер. Нет, красавица, нет, красавица. Минус 120 очков, тема-то американская. Нет. А, Майя? Это American McGee. American McGee, верно, плюс 120 очков Топ Тьюману. Так, а вот теперь вопрос такой, знаете, вот, давайте так сделаем. Андрей Васильевич, наш эксперт, как у вас дела? Вообще все хорошо, но я, к сожалению, начал уже украинцев жалеть. Они нормально, да? Они не нажимали на кнопки, да. Но сейчас... Все, я с вами поговорил. У них це гарно все. Це гарно, отлично. Дюже гарно. Дюже гарно. Хорошо, это Андрей Шуклин был, и я с ним поговорил, да, вот сейчас? Я с ним поговорил. А теперь вопрос. Вопрос. Оно было создано в 1743 году Бенджамином Франклином и является старейшей ассоциацией ученых в США. Майя! Американское философское общество. Браво! Это американское философское общество. Плюс 150 Топ Тьюману. Молодец, поняли. Спасибо, завершена. Завершена вторая тема. Полуоткрытого раунда. Блестящая игра Майи Левиной не оставляет шанса соперникам. Но меж тем... Украинцы-то догнали команду Тюмгу, у них по 130 очков. Они делят второе место. А лидирует Топ Тьюман 770 очков. И ваша тема Елизаветы в музыке. О, боже. Давайте аукцион. Давайте, Елизавета, в музыке. Ва-банк. Подождите, подождите. Значит, у нас по 130. Вы говорите ва-банк. Значит, вы уже не можете перекупить, у вас одинаковая пас. Сумма. Что скажет господин Косович? Пас. Пас. Играем с Вадимом Медведевым за 130 очков Елизаветы в музыке. В своей песне этот исполнитель просил: «Лиза, не исчезай! Лиза, не улетай! Побудь со мной еще немного, Лиза, как... Жаль, что расставание час уже так близок». Неужели нет? Ну, подождите, сейчас отвечу. Ну, я жду, да. Спалится Вадим Медведев, что в 90-е он слушал этого талантливого невысокого парня. Или не спалится? Пусть будет Губин. Андрей Губин, браво! Андрей Губин, все. Все-таки, когда вот эта вот буриданова дилемма спалиться, что слушал Губина, спалиться, что слушал Губина, или подвести команду, все-таки команда дороже, он слушал Губина. Да. Елизавета в музыке за 60. Можно вопрос? Да. У нас перекрывающая ставка на 10 больше? Да, да, шаг 10, да, Святослав, вы правы. Тогда аукцион. Аукцион ставит Святослав Косович на втором вопросе. Елизавета в музыке. 130 украинцы, 260 Тюмгу, 770 Топ Тьюман. Слав, твое слово. 270. 270 перекрывающая ставка от Святослава Косовича. Ну что ж, Елизавета в музыке за 60 вопрос. В детской песне «Мой лизочек так уж мал» главная героиня заказала на ткать себе холстины из этого. Несложный вопрос, на самом деле. У него второй номинал.
Из этого. Да. 5, 4, 3, 2 1. Допустим, из крахмала. Ну, все-таки песня. Наткать холстины из паутины. Из паутины. Вы проигрываете аукцион. Проигрываете. Елизавета, в музыке вопрос за 90 очков. О, Вадим Медведев. Так это оживился. Борьба появляется, да? Существуют разные версии, кому была посвящена эта фортепианная пьеса. Императрице Елизавете Алексеевне, ученице композитора Терезе Малфати, немецкой певице Элизабет Рёкель. Косочек, беру кнопку. К Элизе. К Элизе Бетховен. Верно, плюс 90. Это Косович, его просто так не выбить из седла, особенно если он в короне. Елизавета в музыке за 120 очков. На официальном сайте этой рок-группы ее название стилизовано под лезвие топора. Группа взяла себе название по имени человека в 1892 году в Массачусетсе, зарубившей топором свою семью. Впрочем, ее вина доказана не была, и на суде она была оправдана. Но в массовой культуре этот случай нашел широкий отклик, и имя Лиззи Борден стало нарицательным. Лиззи Борден. И заключительный вопрос основной части игры. Елизавета в музыке за 150 очков. Самый популярный немецкоязычный мюзикл «Элизабет» основан на биографии этой Елизаветы. Нет ответов, дорогой вопрос. Амалия Евгения Елизавета Баварская. Елизавета Баварская, правильный был ответ. Завершен полуоткрытый раунд. Ну, все еще может быть, сейчас самое дорогое начнется. Украинцы 130, Тюмгу 260. Лидирует Топ Тюман 590 очков. Все еще может быть, отрывы не критичны. Сейчас самый дорогой раунд, специальный. Стоимость вопросов от минус 50 до минус 250 очков. В случае правильного ответа игрок может отнять очки у одной из двух команд, но только у одной. В случае неправильного очки отнимаются у его команды. У нас на нашей игре полная демократия. Давайте выберем одну из трех тем. На выбор. Змеи, два или воскресенье. Никита, выбирай. Первый. Змеи, два или воскресенье. Мы выбираем два. Вы выбираете два. Вадим Медведев, ваше слово. Два. И Косовичу слово никто не даст, потому что мы играем тему два. Два голоса. Совещаются команды, кого выбрать. Андрей Васильевич, возьми пока микрофон, пока команды совещаются. С вами поговорим. Давайте поговорим. Ну что, слушай, без протестов обошлось, по-моему. Да, потому что, в принципе, спорных моментов не было. То есть, либо они отвечали, либо... Команды очень сильные, но играют неровно. Вот с чем ты это связываешь, Андрей? Да, вот как-то вот по амплитуде как-то идет у них. Ну, с точки зрения философии. Вот как бы ты это... Я думал, в принципе, еще Украина может наверстать свое... Взять реванш хотя бы. Ну, Топ Тюман пока уверен, ваши фавориты пока лидируют. Да. Посмотрим. Но вы не подслуживайте. Молодец, Андрей Шуклин, наш эксперт. Итак, тема 2. Специальный раунд. Прошу. Алексей Подбудский, принесший наибольшее количество очков в этой игре команде украинцев. Святослав Косович, принесший наименьшее количество очков в команде Топ Тюман. И Вадим Медведев, капитан и плейбой. Ваша тема 2. Плейбой и капитан. Плейбой и капитан, прежде всего, конечно. Хорошо. Ваша тема 2 за минус 50 очков. В русском языке это разделяет слова автора и прямую речь. Вадим. 5. 4. Двойные кавычки. Минус 50 у вас. Сигнал. Святослав. Двоеточие. Двоеточие, да, верно. Минус 50 у кого? Тюмгу. И Тюмгу теряет сразу 100 очков на первом же вопросе. Нормально. Счет становится 130 у украинцев. 160 у Тюмгу, 590 у команды Топ Тюман, они фавориты, за минус 100 очков. Опять двойка. Картина, созданная в 1952 году этим художником. Святослав. Решетников. Не оставляй шансов, Косович, это Решетников. Верно, минус 100 у кого?
Тюмгау. У Тюмгу, и украинцы выходят на второе место. У сборной Тюмгу 60 очков, у украинцев 130, топ Тюмен 590. Но впереди еще три самых дорогих вопроса за минус 150 очков. В США и Канаде 2 февраля празднуется этот праздник. Казалось бы, при чем здесь Билл Мюррей? Алексей! День сурка. День сурка! Украинцы берут вопрос. Браво! Минус 150 очков. Блестящий Алексей, украинец Тюменской области. Алексей, у кого? У Топ Тюмен. У Топ Тюмен. 150 очков мы отнимаем. Счет становится 60 Тюмгу, 130 украинцы. У них есть шанс. 440 Топ Тюмен. Тема 2. Вопрос за минус 200 очков. Тема 2. Оно. Бах-бах. Было изобретено французом Леклером в 1738 году. Ну что я сделал, когда читал вопрос? Минус 200 очков. Ну, 5, 4, 3, 2. Так, Алексей. Огнестрельное оружие. А если к теме? Тема 2. Двуствольное... Ружье. Двуствольное ружье, двустволка! Браво, украинцы! Алексей Подбурский! Минус 200 у кого? Топ Тюмен. У Топ Тюмена! И счет становится! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! 60 у Тюмгу! 130 украинцы! 240 Топ Тюмен! Ай да, Алексей Подбурский! Этот высокий парень в белорусской рубашке! За 250 очков! Американская черная комедия 2003 года с Беном Стиллером в главной роли называется так же, как и разновидность загородного коттеджа. Как же? Вадик. Ой, Вадик, Вадик. Слава, Вадик. Называется дюплекс. Это дюплекс, верно? И извини, Слава, ты хочешь сказать, что ты сейчас отнимешь у... Конечно, у Топ Тюмена. Вот. Ну что, да... Да, да. Такое случается в нашей игре раз в 5 лет, да, но случается со счетом минус 10. Топ Тюмен. 60. Сборная Тюмгу. В треть финале первым треть финалистом становится сборная команда украинцев Тюменской области. Никита Амельченко, Антон Мельник и герой сегодняшней игры Алексей Подбурский. Но я думаю, что у нас очень щадящая формула выхода в третий финал. Я уверен, мы еще увидим и сборную Тюмгу, и сборную Топ Тюмен, конечно, тоже. А это первая игра битвы эрудитов 6 завершена. Украинцы в третьем финале. У нас никакой политики, мы братские народы. Вёл программу Аркадий Либерман. До свидания!